Вау, какие красавцы! Вау! Ой, какие красивые щеночки! Красавцы просто! Ой, и кусается сразу! Ой, слушай, палец отъешь! Ой, какой кусачий! Ох, какой я кусачий! Я вас сейчас... Я вас покусаю! У тебя зубы что ли растут, а? Алиш, ты кусаешься так нехило! Он тоже что-то грызет. Грызет. Наверное, зубы растут. Так он грызет. Ой, сейчас клюну. Клюну, сейчас попаду тебе куда-нибудь. Красавцы. Щеночки. Ой. Вот ее мама. Вот их мама. Красавица просто. А вот они. Щеночки. Просто прелесть. Просто красавцы. 4 штучки такие все. Такие вот с носиками черными. Без всяких. Вот этот самец. Вот этот самец. Это самочка. Там тоже самочка. Угу. Ой. И парочка, бачишь? Да. Мордочки черные. Папа и мама. Вот интересно. Так вот, смотри. А ты до папаши дивись. Вот тут папаша. Там вот белые лапки. А здесь вообще без ага, белых пятен. Вот, вообще. Давай. Ну. А то вин. Так это самец. И это самец. А это две самки. Да. Сережа. Смотрите, это самец. О, смотрим. Это что, самка что ли? Самка и самец. Понял. И там самка и самец. Подивись, вот самка лежит, а самец стоит. Ага, два, да. До папаши пара и пара до мамаши. Вау. С мордами именно, знаешь. Ага. Она и черная, а папаша у них как его. О. Ясно. Вау. Вот я бы штаны рви пробовать. А уже кусали меня, то лежит, то пальцы кусают. Ой. Все-таки скоро по тайне стукну, вся в пулю не слезет, я скакую. Но зараз не поїли, вони кусали мамашу пальцю. Уже молоко приладувала. Красавцы, да. Опа-на, опа-на, сейчас мы что-то замутим. Ой, мне звонят. Бежу. Опа-на. Сейчас я разделаю все это. Хорошая порода собак. Такие вот грустненькие. Что-то думает. Баловаться начали. Идет ко мне, значит меня кусать начнет сейчас. Балуется. Баловитый такой. Кусаешься.
Ну все. Хороши, хороши песики. А, съем, я. Кто что? Кто касается, кто за хвост тянется? Ух ты, как они кусаются, больно. Ах, порвете мне руки. Все кусаются. Собаки все кусаются. Ой, хорошо, когда кусаются. Хорошо, когда не тело такое. Вот такой видосик получился. Щеночки. Щеночки в деревне. Щенки в деревне. Живые щенки, реально. Вот такие маленькие, такие молоденькие. Красавца. Голуби тут есть. Тоже такие свои голуби. Разные. Разные голуби. Ой. Вон там вон такое. Что-то такое красивое там сидит, смотрит на меня. Смотрит. А внизу он кусает уже. Кусает за ногами. Грызет. Сейчас он мою ногу. Эти голуби улетели. Ну что ж поделаешь. Вот такая вот самка, от которой щенята. Она, короче, занята пока, как видим. Пошла она кушать свое мясо. Слов нету, смотрим, что тут у нас происходит. Хопана. В общем, разбежались, кто куда. Ну, какой красавец прилетел. Это все голуби свои, то есть все ручные, кормят у них, тут есть своя кормушка, место для жизни. Это, наверное, какие-то породы, я, конечно, не могу вам сказать, какие. Я тут в гости приехал, поэтому просто смотрю, что есть.
Ну, вот показываю вам, что вижу. Что-то там происходит. Не знаю, что там происходит, но там какая-то атака была. Сейчас повыше посмотрю, что там делать. Хобана, хобана, все повылетали. Ну я чурак, конечно. Хобана. Могут все и улететь. В общем, улетели, упорхнули. Хопс. Вот такая жизнь.